Сегодня в Украине отмечается День работников телевидения, радио и связи. Запорожские журналисты тоже не остались в стороне от этого праздника. На протяжении всего дня сотрудники СМИ принимали поздравления. Присоединился к поздравлениям и председатель облгосадминистрации Григорий Самардак. Он вручил журналистам грамоты, благодарности и цветы за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие средств массовой информации. Среди награжденных были и наши журналисты. Дуже приємно, коли в професійне свято відзначають нас, журналістів, тому що це завжди приємно отримати маленьку нагороду, отримати певне визнання. Хочу побажати завжди професійного росту, щоб розвиватись і досягати свої мети. Сьогодні дуже важливо, що ви, як ви преподносите інформацію, як ви формуєте мнення. Ведь не зря називають вашу професію четвертою ветвою влади. Я хочу вам пожелати, щоб вас не покидало вас творческое натхнення, да, як кажуть, щоб ви любили свою професію. Чтобы вы верили в то, что вместе, только вместе, взяв на себя и ответственность, и вот такой настрой, вот такое вот желание, мы сможем только вместе, мы сможем построить новую страну, новое государство.